Всем здравствуйте, с вами Ведьма без правил. Я вам предлагаю сегодня такой расклад посмотреть, что его мама думает про вас. У нас будет два варианта, первый и второй вариант, две позиции. Загадываем его маму, задаем про себя вопрос, что она думает про меня, и выбираем вариант. Это расклад для тех, кто знаком с мамами своих парней, мужей, да, неважно. Итак, поехали. Ну, вы знаете, по первому варианту ваши отношения с его мамой напряженные. Вот она хочет вас не замечать, да, но либо делает вид, что она вас не замечает, но она за вами подглядывает. Здесь, возможно, что с первых уже, да, отношений, с первого общения ваши отношения не зародились, так можно сказать, в хорошее русло. Тут много недосказанностей, много обиды вы друг на друга держите. Но что она о вас думает, вы знаете? Здесь она пытается с вами не общаться, избегать с вами общения, но все же она за вами подсматривает. А тут отношения напряженные, да, и вообще, может быть, так такового общения нет. Она думает, что она будет за вами наблюдать, да, вот по этому глазику третьему, просто будет наблюдать за вами. Ну, вы ей интересны как личность, но общения какого-то с вами она не хочет. Думает она про вас то, что просто будет наблюдать с вами, за вами издалека. Второй вариант. Ну, по второму варианту, ваша мама, его мама, точнее, про вас думает, как бы здесь не совсем так уж и плохо. Единственное, что вы можете возвращаться постоянно в прошлое, либо могут быть, знаете что, какие-то люди из прошлого, которые тянут вас обратно. И еще, смотрите, здесь она думает, и, наверное, да, это так, она может быть против того, что вы общаетесь со своими родственниками, думая то, что если вы пришли в ее семью, да, возможно, вы с ее сыном, да, муж и жена, то вы общаться не должны ни с кем. Тут такая немножко проскальзывает ревность с ее стороны. Здесь она думает про вас, то, что вы должны...